С верой, великой силой Божией, силой Пресвятой Богородицы мы победим все козни вражьи. С такими словами обратился в день почитания иконы Божией Матери Троеручица глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, к своей пастве. В этот праздник владыка совершал божественную литургию в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента. Согласно преданию, третья рука появилась на иконе не сразу. Сказание связывает историю Троеручицы с преподобным Иоанном Дамаскиным, который был защитником почитания икон в эпоху иконоборчества. Его противник, император Византии Лев III Савр, приказал отрубить Иоанну руку. Лишившись кисти, он приложил ее к ране, стал молиться Богородице и уснул. А когда проснулся, обнаружил кисть, приросшей к руке. В благодарность за чудесное исцеление он пожертвовал иконе Богородицы руку, сделанную из серебра. С тех пор еще множество чудес произошло и продолжает совершаться от этой чудотворной иконы. Действительно, много чудес совершается через эту святыню. И мы не случайно молимся перед этой святыней с особым упованием, что она пошлет и на нас с вами свою милость, свое благословение, помощь, заступление, исцеление от всяких наших недугов душевных и телесных. Победим все козни вражьи, и Господь дарует нам то, что необходимо для нашей жизни на земле, и, конечно, даст нам и то царство, которое Он готовил нам, любящий Его.